под звуки севастопольского вальса. Вся страна отметила день воссоединения Крыма с Россией. В Чебоксарах на митинг-концерт вышли более 5000 жителей республики. Да здравствует Крым! Да здравствует Севастополь! Да здравствует Чувашия! Да здравствует единая, могучая Россия! Ура! 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 Под звуки севастопольского вальса вся страна отметила день воссоединения Крыма с Россией. В Чебоксарах на митинг-концерт вышли более 5000 жителей республики. Радостное «Ура» в этот день раздавалось не раз. На площади республики и старый млад. Все те, кто не смог усидеть дома в этот прохладный, но тем не менее праздничный день. В Общероссийском народном фронте собрались такие люди, которые болеют за Россию. А Крым – это теперь часть России. И мы настолько искренне верим, что Россия – это будущее мира даже. И мы должны быть здесь. Так вот мы решили. 3 года назад была исправлена историческая ошибка. Это очень знаменательный день для всех. Как и для молодого поколения, так и для более старших людей. Крым был всегда российским. И я считаю, что Крым, то, что 3 года перешел в состав Российской Федерации, это правильно. Мы всегда были вместе с народами Крыма. Это наши люди. И правильно приняли решение, что вошли в состав Российской Федерации. Республика Крым – исконно русская земля. И не только, наверное, крымчане в первую очередь, но и вся Россия рада, то, что в свою очередь Крым был присоединен к Российской Федерации. Я думаю, что это позволит дальнейшему обмену не только в сфере образования, но и экономики Чувашской Республики и Российской Федерации. И позволит, наверное, интеграции тех всех народов, которые проживали исконной территории Российской Федерации. За эти 3 года связи Чуваши и Крыма действительно стали крепче. Наша республика одна из первых протянула руку поддержки крымчанам. Между нашими регионами подписано соглашение о сотрудничестве. А многие жители республики стали предпочитать отдых Крыму, нежели за границей. Со сцены чебоксарцев и гостей столицы поздравляли не только руководство городом, депутаты, а также легендарный биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Митинг-концерт продолжался около часа. За это время на сцене выступили самые известные коллективы республики. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.